А в этом ебучем сервере? Ну, на постов там не выкидывает. Экстемпы Ну, как-то купаю. выкидывает, а вот именно залагивает перед выкидом. Так, ну вот, я зашел, вроде все файн. Хуй его знает. А сейчас, 2-3 минуты, подожди. Был бы экстемп в своем подъезде, ты бы ему въебал. Я бы въебал. И не только въебал бы. Я бы еще прокатил бы его на Заломаныч, велосипеде без блядь, сидений. Ты свою руку сначала снова въеби, а потом да уже, закрой блядь, ебало свое, блядь. Рассказывай истории. А подожди, а в чем рофл с рукой заключается, подожди? Да ничего, молодой просто, потом поймешь. Снова все зависло. У меня вроде файн. Ладно, ну я бы тебя, Леха, точно бы нахуй на велосипеде без сидения прокатил бы нахуй, блядь. Ой, парни. Жестко. Да, вместе с экстемпом нахуй за пару, на пару, блядь. Вот и двойную сидушку бы придумал. Ну, то есть... Я хз, я просто хочу открыть дверь офиса Сирус и закинуть туда пояс с гранатами. Ой, это жесткий. Чё-то маны мало. Ехали как-то раз урги и экстемп нахуй на велосипеде без сидения, блядь. Маны много не бывает. Жесть. 46к, говорит, мало. Да чё-то мало. Должно быть 48. А какой охуенный сервер, ага, блядь? Вот ты 4, 2, 3, 5, 70к даешь. Я вот до этого стою, когда все лагало. Еще 26 плюс к этому. Актуально. На челов нажимаю, у меня у них просто сокетов нету, блядь. Прикольно. Ну, нормально, слушай, блядь, для бабочки. Ты реально скринишь, блядь, и гп хуяришь. Рома, что хорошо? Да, меня сейчас тупо не пускают, установка связи бесконечная. А, блядь, ну началось. О, приколы, поехали. Прикопы. Shadow update. Ну, запустила. Сейчас посмотрим, выкинет снова или нет. Что-то жопа какая-то. Ой, господи. Леха, забери ауру на огонь. Кто-то может... Говорит Костя, у которого... С предпоследнего... Кто-то может с предпоследнего трая хп-слинка? А у Рукани здесь актуально, мне кажется. С предпоследнего? Да, с предпоследнего. Ну там, где мы долго жили. Там, где нормальный трай, я тебя понял. Да. Ебать, кто там еще начал линковать? Ебать, там налинковали, блядь. Пиздец. Так. Джентис, Мурлокос, Войд Спирит, Мэтфокс, Авелания. Так. А, я линканул 5. Сори, там еще плюс 2. Че, пока перекур? Вот у Мурлокоса плюс 2. Курните пару минут. Блять, снова выкинул. Че за хуйня? Ок. Ладно, я пойду отойду пока. 2-3 минуты. Перестала выкидывать? У меня вроде все файн. Ну, сейчас все хорошо мне.
Мультикон есть вопрос? Сейчас спрыгнут, но вот надо ребутнуть. Время какая-то. Спасибо. Салам алейкум. Ну что там? Ждем, Рома работает. Когда нахуй на этом сервере все по-адекватному работать, блядь, будет? Хоть чтоб все адекватно работало. Да было все ровно, нахуй. А, сказали, что в среду. А, да. Понял. А в какую не сказали? Сразу, ну, сразу после выхода ДХ. А, все, понял. Ну, через года два, короче. Придите. Ну, не, никогда, нахуй. Ну, ждите свои ДХ, я тогда пойду пока в магазин куплю леданки. Нихуя. А, пиздец какой-то. Сейчас поменяю пяточку нефильтрованного пшеничного. А тут поддерживаю. Тут поддерживаю. Обнаглел там вообще? Тут полностью поддерживаю. Эх, просто вот, просто соглашусь с тобой. Чё, просто оно так все муторно. Блядь, это какой-то трэш. Заебись, РТС, стоим на босса, смотрим. Мы чисто нюхаем его.
Я от вот этого вашего чисто нюхаю, чуть молоко не подойдет. Я, когда сейчас пойду просто во двор паркуром заниматься. Да, погода хорошая. Да, погода сегодня. Заебись вообще, да. Я сегодня пошел на пару на физру. Меня увидели в рубашке, футболке, сказали, бля, иди домой. Прыгнул дальше все. Игрушки играть. Все, там Рома. Сейчас лаунчер делаю, проверку заканчиваю. Докачал 18 мегабайт каких-то. Ёбаные админы, нахуй. Обнову. Very, 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 very interesting. Да хз, вот у меня вообще проблем нет. Мэтт Фокс. Я почти всегда их нет. Ты что там? Максимум пару раз. Хорошо, когда проблем нет. Ну да. Не, просто вот оно необычно. То есть, ну как, не по обычному копирует, а именно зависает перед тем, как критануть. Да, ну вот, вот у меня пару раз так просто. Оно критовало. Что оно зависает сначала у тебя, еще секунд 10 или 20, там у тебя просто типа стоп-кадр, и потом тебе выкидывает на главный экран. Ой, бля. Блять, иногда даже хочется скинуться деньгами, чтобы сервис себе нормального провайдера сделал. О, забей. Там, там, скрывали, там, сервера у них они в карман заберут, если скинешься. Не, знаешь, это насильно им провести, не отдавая бабло. А есть у них деньги на это? Да, они конечно, бабки есть. Проекта. Конечно, есть, понятно. Чего подоить лучше, чем вкинуться. Как говорится. Вкинуться? Понятно. Да, Хавич, почему я не удивлюсь, что именно ты это скажешь? Ты же не удивлюсь. Но только если плотно вкинуться. Опа, дурка за кем-то едет. За кем же? Плотно за кем-то едет. За кем-то плотно дурка едет. Ебобанный ты, Сиус. Загрузись. Я попробую с ДД фаской. Главное не сдохнет. Ну, перед костом я ложно жму. Вопрос. А вот мы вот убьем этого босса. Шмотки, они дороже, чем в целках М? Нет, такие же. Такие же по стоимости. А, просто я что-то посмотрел. У меня такие же шмотки, но здесь на один сокет больше. Все. Статы абсолютно одинаковые. А в некоторых местах даже хуже. Ну, здесь просто каждый шмот падает. Здесь просто разнообразие еще шмоток. И латные шмотки вкалывают. Самые прикольные шмотки тут падают с последнего босса. Мэтт Фокс, что там? Ну, с последнего-то да. Вот я очень хочу четкий света. Это как вот моя, это... Как поцелуй матери скалы примерно. Четкий свет, это, ну, наверное, на зоне делали. Мэтт Фокс, давай заходи. Ну, там не только чётки делали. Invisible, Urge, Valicon. О, бафы кончились. Обновите бафы там пока. Один Valicon. Всё, Valicon тут. Год щит красивый для трансмога. Давайте, какой нахуй трансмог? Ты что, ебанулся, блядь? Банки, масло пообновляйте. Обновляем. А, про танковский, ладно. Угу. Извини. Все, все готовы, дает счет. Вау. Фу, босса, вау. Набирайте рейндж. Беги, малышка, беги!
Сбежали с подбот. Геру дали, да? Уходи, Юль. Разбежали. Беги, малышка, беги. А то вся вела. Давай. No. Пиздец, как? Не прохиливаю. Давай, Мэтт Фокс, БР Святос, Вадикон Урги, Морлокос, Пасифи. Прохиливаем, прохиливаем. Уходи, Юрий. Разбафайте. Резонанс. Убрали РНЖУ, быстро. Слава, ты как теперь сдох? Падаем. Да ёбаный в рот. Гребаный крот. Слава. Хп слинкните. Серджо, а у нас здесь есть патч, чтобы вот, вот этот огонек убрать? Какой огонек? Ну, он, короче, пустует раз на минуту, и, короче, у меня все персонажи, они просто в огне. Вот я даже ну, модель... Ну, он огнями спамит. Жёстко прям. Поставьте Джимса, пожалуйста. Надо искать, убирать. Это загорающее что? Время. У меня вопрос. А шаман, типа, в Т5 уже цепнухи вообще... Линканите мне это? Нет. Там цепнуха нахуй не нужна. Чё, тебе ДПС, ты первый, 30к? Не, зачем мне ДПС? Каст. А. Алло, у кого Дживс есть? Поставьте Дживса. Темпоральная агония. Надо, чтобы кто-то посмотрел в этом, как он. О, шалфир. Дайте посмотреть, иди. Ванька, плюсуй в рейд. Темпоральная агония. Еще не загрузился. В теории можно убрать. Ты в данный момент просто возьми плотность частиц на минимум. Или у тебя все на минимум. У меня стоит патч Сейджу. Не знаю, как давно его обновлял, но в принципе все на минимум. Не, сами настройки. Сами настройки, ну. Да вообще все на минимум.
Хукмастер, а шо... Ну давай, блядь, я сейчас... С ДПСом вообще. Сейчас релогнусь. А, ты же дохнешь, пока да, блядь. Пиздец ты его. Нихуя ты его. Не, реально, смотрю сейчас. А, ну ты же дохнешь. Он инвизибл, говорит, если что, его менять. Если... Ага. Топ-3. Ну ему уходить надо. Ему уходить сейчас надо. Сейчас? Не скоро. Ну скоро, говорит. Ну скоро он писал, как 30 минут. Скоро это пару... Ну вот. Ну давай тогда. Ну, 20 минут, 2-3. Нема, уже 6-20 вечера. Могу посидеть. Жестко. На замене. Просто 2,5 часа сидим. Джон Уика последнего? Угу. А ты кого поменял? Я сегодня посмотрел. А ты кого поменял? Жду качество. Invisible. Invisible. Ему все равно через 20 минут уходить. Без спойлеров только. А где Invisible стоял? Воет хули качество смотрит. Да, блядь, да, подождите, пожалуйста. Где Invisible стоял? В звезде нет. Звезде он стоял. А с кем он? ДК должен, нет? А с кем ты стоял? Кто еще в звезде стоит? Хукмаст. Блять, ну и кал. Так вот кто виноват был, что Хукмастер умирает. А через текстуры урон проходит этой хуйни, интересно? А стене нету, лол. А через... Кто виноват был? Стуру тебя могут не захилить. Потом. И хил, а, может, не пройти, был, да? Был во Фросте. Ну, блин, я получу либо 12 тысяч, либо 20 Боди в рейд. Короче, смотри. Шелфир, ты, походу, будешь... Ты, походу, в ебенях где-то будешь стоять. Типа мили хосты нету совсем? Я первый тут. Ну да. Ну, у нас и Вилаша почему-то в Анхоле, я про это уже сказал, я не знаю почему. У нее лужи во Фросте, которые... Потому что танка пробивает пиздец как. И она тебе не сможет засейвить двумя лужами, там накидываются стаки, которые замедляют это все. А, у нее ТКшников не просто не вкачан именно Last Talent для рейда, который на Милихест. Понял, благодарю. Уморали у Хукмастера. Так это анхолик, во-первых, он дайте крест сказать, инту. Ага. Он, для него нельзя докачаться там. Ну тогда это а у вас призан есть, какая проблема? Да, тем более призан. Да, вот, да, да. Надо вот теперь придумать, куда Шалфира, блядь, засунуть. Да Шалфир будет, походу, сзади стоять. Вот разбегитесь по меткам фаст, ребята, чтобы мы время сильно не теряли. Разбегайтесь по меткам, быстрее только. Ну... Давай так. Воет, Заломаныч, вы друид инвалид. Я на своем месте стою. Я тут впервые вижу, что? А Воет где стоит? Ну я ебу. Со мной стоит в квадратике Мурлокос и я, блядь. Где Воет, я хуй знает. Так, Кирсори, туда убегу. Воет в квадратике стоит. А Мурлокос? Мурлокос вот здесь стоит. Он должен левее квадратика встать. А я типа стоял левее. Мурлокос, ты где стоишь? Вот левее. Вот тут ты стоишь? От Воида, ну так, да. Между вами 10 метров же нету. Жень, есть. 10. Да, вот между тобой и Заломанычем. Ну, блядь, до этого было. Так ну, Заломаныч еще может отойти. Нет, почиль пока на замене. Между нами и Мурлокосом. Короче, вот где я стою, вот тут ты стоишь. Вот, видишь, где я стою? Вот здесь ты стоишь. Мораль, ну-ка, подсади, ну. Да, я наверх заберусь. Заломанычу надо еще назад сделать. Шишков парочку. Тут мне подсказывает, что Святос не добежит. Добежит. Я знаю, умею. Мы добегаем каждый трай, блядь. Подожди. Что ты говоришь, не добежит. Короче, Шалфира, блядь. Там стелси, притон. Говорю, в портале, пойди, да. Пока почиль. Притон вот здесь в портале, да? Поставьте ей портал, Долоран. Ну, кто вместо стелси? А, друг, молит. О, это, кстати, хорошо будет. Это очень хорошо будет. Только нам... Бля, а друид инвалид не открыл два куска, да?
Там, я не знаю, там не принципиально, он даже без кусков будет полезный. Там просто, да, сильнее за счет того, что он ходки раскидал. На ходу может хилить. Да. Так, ладно, Шелфир, тебе будет сильно проблематично, если придется вот сюда бегать? Вот где я стою, видишь? Стелси, никуда не уходи. Нет, я только не знаю тактику. А, вообще не знаешь? Я тут впервые. Ну, короче, тебе сейчас озвучат, в чем прикол. О, нихуя, куда запрыгнул. Слушай, будет каст, называется «Резонанс», тебе будут озвучивать. Тебе надо будет обязательно отбежать вот сюда, потому что и у тебя будет рейндж 10 в радаре. Если ты с кем-то будешь в рейндже, то ты по себе и по нему нанесешь дополнительно 12 тысяч урона. Поэтому тебе нужно рейндж 10 вот куда-то сюда в стенку упереться. Резонанс проходит, и ты бежишь бить босса. Потом мы еще озвучим, надо будет после резонанса, там по очереди косты чередуются, надо будет сбежаться и встать во фрейм босса, прям под босса встать. Только не под ебало. Это, по сути, весь босс для тебя. Ты весь босс стоишь, всего босса стоишь, дамажишь, под резонанс ты бегаешь сюда, под второй каст, я не помню, там какое-то время ебаное, ты бежишь под босса, все. Да, там после резонанса, типа, все снова бегут под босса, бьют босса, потом на следующий резонанс выбежали, поймали, снова под босса. Скорающее время, да. Вообще звучит изи, но очень много урона по рейду проходит. Короче, давайте чек. Только коровкам доступны. Подожди. Друид-инвалид. Друид-инвалид, вот стоишь, где Holy Drink. Вот, где Holy Drink, вот, видишь? Нашел меня. Правее. Друид-инвалид. Назад, друид-инвалид. Короче, сейчас на себя метку ставлю. Вот здесь ты стоишь. Запомнил? Это на резонансе сюда бежать. Это на резонансе, да. Я понял. Все. Давайте уже убьем шоколадки. Когда резонанс прошел под босса, и там стоишь, пока тебе не скажут разбегаться. Еще раз чек. Мурлокос, Шалфир, сядьте, поживите. Слава, поставь рыбу им. Живите. А что если его отсюда сверху танчить? Он не забагается, и мы его... Бебра понюхана. А тут саппорт нужен? Да. Ну, желательно. Все по-хорошему, да. Я просто если выпил. Ты уже выпил, попробуй. Ну, выпил, ладно. Ну, попробуй. Ну, просто, короче, смотри, будет резонанс, если ты видишь, что у тебя 50% хп и тебя не хилят, нажимаешь тучу. В остальных случаях ее не нажимаешь. После резонанса еще яд еще будет, раз, я не знаю, шипы могут диспелить я? Могут, по-моему. Так. А продакт Заломаныч. Снятие болезни. Юля. Должно быть у них. Заломаныч. Там а я. Все готовы. А что-то пошло. А, снятие болезни, блядь, я тупой, да. Там ж яд ебаный. Стоп. А, ладно. Шалфир тролль тупо, блядь. Короче, аспект забыл сменить. А, ты ПВПшный, что ли? Да. Ну ладно, ёй. Раз на раз. Да нормально, бьем. А, там уже вышли. Развернул, блядь. Мы и так топ-3 ДПС отменили сейчас. Если Шалфир в ПВП, то ДПС не хватит. Выйдите. Сори, не посмотрел. Типа нахуй выходили, все умерли, блядь, один хуй. Не, мы похуй. На последней секунде, нахуй. Блядь. Стоп такой, нахуй. Я просто смотрю, у меня ПВП-шки. Главное вовремя. И закончили бить. Все? Он отагрился? Не знаю, дайте ему срез. Да. Ну, срез, резайте, как Факарева стоит. А, да. Стоит рыба, жрите быстрее. О, камни. Вау. Кокмастер, Лёха. Да не зачитал. Никита. Друид инвалид. Сидел, ел, нахуй не засчитал. Кринж какой-то. Жесть.
Значит, 20 секунд не посидел. Какой, блядь? Кулак, я дайте. Больше 20 сидел. Значит, сервер дерьмо. Минуту сидел, ел. Рыба бракованная, блядь. Хули, блядь, тухлятину поставили, нахуй. Ну и не говори, блядь. Так. А инта есть? СС а, есть, повесили. Вижу. Чек на бафы и на пол. Так. Равист? Равист, чё там, Ром? Все готовы. Давайте таймер. Сейчас припоты. Хаваем. И надо... Ёбана! Неплохо. Спасибо. Ну да, это было хорошо, кстати, да. Ой, блядь, Вадикон, рейса его. Как он умер? Иннер туда, лапку, каску пристабал. Разбежали. Разбежались по своим местам. О, слышишь? Я за текстуру становлюсь, и мне резонанс не приходит от чела. Имба. Вау. Вау. Сбежались под... И Геру. Геру дали, молодцы. Ответственный за лопату на месте. Друид инвалид, Кейн и Иннер в Джонди. Подбосса, все. Все, РДД, можете потихоньку рассасываться назад. Если там ДПС не мешает. Юля, уходи. Разбегайтесь, беги, резонанс. Малышка, беги. А желание. Молодец. Да-да-да. Ваншот. Бэра вела не у Мэтфок. Захильди. Войд гимн, бедон тотем. Под босса все. Резонанс разбежал. Джондиз завис. Опа, 3 дамага получил. Как так? Пада. Чё опять не то? Ну, Войт опять умер, Бидон умер. Не успели то ли разбежаться, то ли что, то ли не прохил. Да не, ну на этом боссе... Вот, я просто снова полностью залагал. ДЦ 2Т5 критичный пиздец, я хуй знает. No. Просто, чтобы у нас под каждый резонанс на всем рейде были щитки. Это прям пиздец, я не знаю. Урджи, а вот ты сказал, ты за текстуру забежал, по тебе вообще уровень не прошел? Не, это не прошло, короче, потому что на мне, видимо, висел щиток, тогда дотки не было. Я просто думал, что он не прошел. Не работает, нихуя. Вот я иногда считаю тебя просто. Ну, обычно успеваю там именно щитануть. Но ну, тебя я там говорю, на мне, видимо, абсорб был. Вот. Я за текстурой стоял, думал, не прошло, не работает. За текстурами урон все равно проходит. Вот мы стояли от Святоса каждый раз друг от друга за камнем, похуй. Все равно... Не могу вин зайти. Рентгенит. Снизу заползай в него. А чё лежим? Кого ждем? Стоим, жрём, бьём. Равист ты разлагал? Да, вроде как да. У тебя уже рез. О, господи. Дай нам сил.
попробовать саппорт, что ли, хуйнуть. Пробивается. Ты короче, что, еще не под саппортом, блядь? Ну, у меня на П-банка было. Кидай обмен. Да я уже выпил, забег. За твое здоровье, блядь. Еда. Вода. Все, кто вместе, я бы на саппорт их просто садил, да и все. Придется. На банку с саппортом бы садил. Ну да. На кол. Блять, ну у меня еще саппорт, сука, в алхимии 95 дает. А, ну так тем более. Ну я 120 АП теряю базовых, понимаешь, что прикол? Ради этих 20 резиста. В этом проблема. Ну, если никто не сдохнет, ДПСа хватит. Так, ну да, 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 да. Так, ты крикнул. Вроде бафы. Да. Понятно. Юля, сядь пока. Это что, Джасука сбивается? Врачу-врача вызовите, пожалуйста. Ну, в принципе, кончено здесь. У меня 8 показывает. Хуярь таймер, хулидринк. Или я хуярь. Сейчас, подожди. Сейчас. Инту бафните, плиз. Все готовы, давай, что? Никто не пулит до таймера, все нажимают препоты, Резонанс. Беги, разбежались. Малышка, беги. Сбежали все под босс. Геру. Завис. Сгорающее время 5 секунд. Под босса и баллом все встали. Юля, уходи. Разбежались. Резонанс, что за рофл? Разбежались. Авелания, готовься. Давай. Да. Мэтт Фокс иннер в бидон, а Вадикон тоже иннер в бидон. Сбежали. Мурлокос, давай тоже иннер в бидон закинь. А друид-инвалид в джандис. Или... Разбежались. Беги, малышка, беги! Да, сейчас гораздо слабее пробивать под саппортом, пиздец. Понапыль? Его нельзя ставить в центр. Нет. Сбежались. Сбежались под босса, да. Быстрее.
резонанс разбежались. Уходи. Беги, малышка, беги! На фул прохилите, а камень съел. Держи. Ага. Вилани, друид инвалид, Бэр, быстренько. Тебе за это не успел. И сразу иннер по ней. Иннер все в КД. Это Ересна, ман, Ересна. Ресна. Разбафайте каску, лапку, пристоп. Под босса сбежались. Разбежались. Беги, малышка, беги! Блять, а где тотем в патихилов? Мурлоко с ресой, друид инвалида. Под босса все, бежали. под босса. Пиздец. Падаем, а вела, что сдохло. Ну как она там умерла? На ранге. Короче, всем саппроты надо, пиздец, урон сильно режется. Это вообще шок. Да мне по этого, до этого хуйня это ебашило по 24, сейчас по 17. Ебанешься, блядь. По сколько ебашило? По 24 хуярило. А. Чуть-чуть поближе подойди к выходу. Ну и так потеют здесь нормально. Не, они там и так потеют, Лёх. Да, ну тут, конечно, DC-25, блядь, пиздец. Ну зарешал бы. Зарешал. Прям нормально. Короче, мордаун, то ГП. Получается. Заочен. Это то, что работает, да? Охуенно. И Транквилли тоже. А, нихуя. Который вылетел с гейм. Я, ну 95 саппротов банка и панеля, пиздец. Шок. Давай, пошути, ну пошути. Я ластай. Пошутил. Нихуя его пошути. Еще норм шутка. Чек на бафы. Кулак. Ща. Надо слезу зарядить, все зарядить. Фистинга. Сто раз ман резнуть. Так, что у вас там по мане? 76, 71. Пью пока. Инто, обнови продукт. Ну нихуя. Оп, нихуя. Разбежали. Беги, малышка, беги.
Сбежались под босса. И Геру давай. Блять. Бах. Ёбаный. Сюда, нахуй. Куда агро не смотрит? Да, это танки, скорее всего. Там, кто-то, да. Кто-то затаунтил. Нет, он просто на меня развернулся, хотя Юля затаунтила уже. Жестко. Блядь, аж смешно нахуй. Чё вы ржёте, блядь? Насколько мы бичи, блядь. А, я не замутан, извиняюсь. Да заебалось, мы вайпаемся на какой-то хуйне, блядь, теперь. Всё нормально было, а то он, блядь, началось сейчас. В деревне, блядь, утро. Давай это, рыбу ставь. Ой, это спиртус. Спиртус, блядь. Спиртус. Ой, давай, брус. А почему не сквиртус? Плохо. Он слишком старый, чтобы сквиртус. Как же хочется просто. Да ладно, тебе 30 лет, блядь, не так уж и старый. Безумно хочется пиццу. Я безумно хочу пиццу. Короче, давайте либо убиваем, либо... Либо не убиваем. Не убиваем, получается. Либо идем все есть пиццу. Ну, я острый. Чек на бафы и на пуп. Я хз, где вы еще выстрелите тридцатку? Ну, я еще сергу заряжаю. Ой, боже, Сержу, мы без тебя не сможем. Мне после этого трая тайчи надо будет вынуть. Да нет, ну, я без вот этих вот всяких... Так, плут убейте. Рома, что, ты готов? Подожди, они сергу заражают. Сейчас Миланя сядет хавать, все, хуярит. Да, уже мать. Вот так вы всегда пуляли. Это хуяк, блядь, инста прям вайп. После этих слов. Должно было быть так, на самом деле. Разбежал. Сбежал. Где под босс? Уходи, Юль. Беги, малышка, беги! О-о-о! А этого умер кто-то. Чё, обрадовался? Я был близок. Под босса, под босса. Там просто на секелях. Я
Беги, малыш! Разбежал. Беги! Вадикона! Долынер бидона. Под босса, под босса. Почему развернулся? Что это такое? Опасно. Все нормально, что делаете? Что он на нас смотрит? Беги, малыш, разбежали. Беги. Это баг, короче. Это баг. Охуеть, хокмастер вылетит. Ладно, ладно, бьем, все равно бьем. Играющее время, под босса сбежались. Разбежались. Беги, малышка, резонанс. Беги. Заломаныч, сам вставай. Вставай. Захильте его, лапку, каску, пристабав и под босса быстрее. Разбежались. Беги, малышка, беги! Ну, а что, ладно? Мэтт Фокс, БР. Мэтт Фокс, БР. Лапку, каску, пристабав. Юлю захиль. Давай, прохил, прохил, прохил. Под босса сбегайте. Похоже, если он умирает каждый раз. Туда. Не было в РНЖ 10 метров, не было никого. У меня тупо... Да, есть, меня два раза не захилили. Все, флут. Таланта нету. Пошел нахуй! Флут убили. Разбежал. Беги, малышка, беги! Мэтт Фокса, Юлю. Сбежались под босс. Под босса, под босса. Иннер, Мэтт Фокс в бидона, быстро.
Резонанс разбежали. Малышка, беги! Блять. Блять, ты серьезно? Ты заблудился, Салманыч? Я думал, ты тот убили, все, лут убили. Друид инвалид и нож в беду. Под босса все, быстро. Давайте вторые припоты там. Рано пока. Ну, после следующего резонанса да. Уже вторые припоты надо жать. Так, разбежали. Беги, малышка, беги! Блять, Заломатыч, ты почему позицию свою начинаешь? Тихо, завали ебало! Разрезали. Друид-инвалид, воет спиритус. А, Мурлокос тоже сдох, ёб твою мать. Да все подохли, я хуй знает. Минута. Играющее время под босса. Сбежали. Беги, малышка, беги! Яд диспыльте. Заломаныч мертвый, третью пати тоже надо диспылить. 9 секунд доброс. 9 секунд, да? Убирай сляму. Сейчас посмотрим. За таунти. А, похуй. Сейчас хуйня. Там 9 лямов. Там хуйня. Короче, 9 лямов мы не добили. С учетом того, что у нас вылетел хукмастер. Да. Вот знает, считайте, когда. Вот эти 9 лямов и. И плюс подохли. Так, ну, подохли. Да, плюс подохли. Ну, короче. Никитос, вот... останешься на трой. Один. Если хукмастер не вылетел бы, то нам бы хватило. Считай, без ДПС робили весь бой почти. Что поделать? Ну да, он бы как раз набил но... эти 9 лямов. Да все вот, кто умирали, они мы бы убили босса Дуберси. Да даже, я думаю, если бы вот эти не упали в конце, добили бы. Бля, можно быть. Поставить куда-нибудь, где буду доставать до босса, когда бегаю? Ну вот в этом и проблема. Потому что, куда части, я при... куда, где я должен стоять, это... где должен я стоять, там прибегает Ваня, блядь. И куда мне деваться, я хуй его знает. Куда меня назначили, туда я бегу. Ну, я он просто бегу. Через тебя бежит, подожди, ты начинаешь паниковать рано. Шалфер у нас в самом краю стоит. Я вот тут а, да. Он постоянно сюда замену прибегает. Замену, по сути, значит. Да, я и бегаю. Ладно. Я типа останавливаюсь на твоем месте, чтобы обновить доты перед резонансом, а потом бегу в стену, все успеваю. Пока ластрай посидишь? Не паникуй, жди своего. У меня больше нет сопротов. Холидринк в обмен. У нас нету вроде, да, замены? А кто-то? Мораль. Ему нужно уйти, типа. Мораль. Last try, посидишь, мораль? 10 минут. Да, нет, не да. Мне уже самому идти надо. Бодикону можете засыпать. Я что-то, короче, не выкупаю в итоге прикол. Там Амидамару есть. Шаманов 4, Т5. Мне... Ну, типа... ну давай. Да. Так, а целительный ливень нормально хилит? Он мало хилит.
Чё там, посидит мораль, нет? Мораль, один трай, остаешься или нет? Напиши быстрее, пожалуйста. Чтоб мы, ну, разобрались уже что-то. Алло, алло, Андрей. Алло. Ой, господи. Он, наверное, уже ушел. Я не знаю, ну раз не уходит, наверное, посидит. Ну, он сидит. Кринж. Мурлокос тут? Чё тянем время? У него укол быстро ставится. Помните, он в прошлый раз так же отходил. А, он этот диабетик, что ли, блядь? Ну, наверное. Или просто наркоман? Может, просто наркоман. Это не ваше дело. Реально, блядь. То деньги чужие считаешь, что, блядь, по наркотикам лезет. Тю, блядь. Сука, обидно. Я тебя нахуй на всю жизнь-то запомню. Not like this, please. Лапку давайте, ёпты мой. Not like this. That's from cringe. Хукмастер, ты только чё во время трая делал? That's from need срать. That's from poop. Алло. Алло. Алло, привет. Алло. Ну, блядь. Пати кинули, что-то никто не здоровый. Да мы думали, что человек уходит. Да он АФК сидит. Да вот чек на АФК просто, вот смотри. Давай. Мораль. Ну, да, не знаю, нужно, что он уходит. Пол делает. У вас мораль? Там что, полидринк в рейде, что ли? Подожди. Я так понял, что укол делает Мурлокос, не мораль. Нет. Мораль. А. Поэтому у него боты шли. Кожаным шприцом, да? Придурки, блядь. Чтоб хилил лучше, чего вы разгоняете это? Давайте быстрее. Ебать, я осуждаю эту хуйню. Ну нету их, ну, блядь, ну нету. А не дома... Мурлокос, ты сделал укол? Максик, ты что там, помыл попу? Давай уже. А Медомара, у тебя проходка есть? Ребят, кто-нибудь хуйните мне тоже укол, пожалуйста. Лич 25 гер. Блять, в какой, блять, странице у совы баф этой? Ну, баф общий. Ага, нашел, спасибо. Ух. Пиздец какой. Лич себе квитанцию подписывал в теме. Ну, мораль, так у меня. Пиздец, там сейчас, блядь, там сейчас хукмастер обосрется, блядь. А ты откуда знаешь? Да он же пишет, он же написал, что он уведомил в рейчате. Да, да, да. Ой, бля, насрите мне на грудь кто-нибудь. А Медомара, у тебя проходка есть? Ты можешь сказать? Нет. Тут реально Dice from Cringe просто. Ёбаный итальянец, блядь. Мораль сей басни такова. Толпой. Паркур, паркур, даже, новое, блядь, движение. За свой ебал вот этих вот. Он срет, видимо. Или колется, у нас походу... Через голубей я прыгаю, когда в рейд прихожу. Посрать и поколоться, да? Это же рофл, какой паркур? Ты чё, не приколен? Паркур. Если шею сломаю. Паркур аллея вагин. Ты затягивай. Алло, здорово. А о, ты кто? Это Витя зашёл. Это MVP, сука. Витя зашел, блядь, ёбаный в рот. Витя, давай быстрее, сука, в рейд, блядь, ёбаный. Шкаф там, нахуй.
Да он еще... Бля, мы уже стоим, нахуй, уже флажка, фласка, нахуй. Флажка. У меня уже флажок. Да, уже флажка. Кость, дай сапрот, пожалуйста. Я в смысле, вот с тебя банка на это такое, на АП. Мы выкидываем.